О великий Христов угодниче, святые человече Божии Алексии, душе на небеси престолу Господню предстояй, на земли же данную ти свыше благодатью, различные совершая чудеса. Призри милостивно на предстоящие святые иконе Твои люди, умиленно молящиеся и просящие от Тебе помощи и заступления. Простри молитвенно ко Господу Богу честни руки Твои и спроси нам от Него оставление согрешений наших вольных и невольных, в недузях страждущих исцеления, напаствуемым заступление, скорбящим утешение, бедствующим скорую помощь, всем же чтущим Тебя мирную и христианскую жития кончину и добрый ответ на страшном суде Христове. Ей угодничи Божий, не посрами упование нашего, я же на Тебя побоюсь и владыца возлагаем, но буди нам помощник и покровитель во спасение, да Твоими молитвами, получивши благодать и милость от Господа, прославим человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемого Бога, и Твое святое заступление, ныне и присно, и во веки веков.